Вот, пожалуйста, коридор. Обои висят. Потолок в трещинах. Это что вообще такое? Здесь живут люди, дети. Дверь перекошена. Провода висят, дети бегают. Да не дай бог схватятся за провод. Но это еще давно было. Когда мы еще заехали, это еще было еще. Понятно. Это что такое вообще? Провода, Провода. мотки висят. Это кошмар. Ну это как нам телевизор делали, вот повесили это. Как нам делали и телевизор. Телевизор делали. Вот Вот. посреди коридора дыра. Да, и здесь провода черные, это наши. Не, нам Это кошмар. Это кошмар. потому что нам соесть, когда, ну, когда А теперь, телевизор пожалуйста, в делали. туалет. Запах несусветный. Это кошмар. И вы за словами хазу потом своими вы занимаетесь. Бачок-то упадет. Если так стены вот эти кроватики упали. Это душ называется. Душ. Там нас вообще, там нас юдины, нас сапоны и А теперь на кухню. юдины.